Ja z wami wojeszcza kładuję na wątrzebnicę. Boże, zjeść to też, to wy... Widzę te pisanie. Байрон Ахмадулина, в котором она выразила свое восхищение женственности. Богатый аромат экзотических фруктов сочетается с пряными нотами таинственного леса. Алена сложный дизайн, и парфюм уникален. Мне кажется, он передает сказочную историю Золушки. Вы помните, когда она вошла во дворец и внимание всех было обращено на нее. Весь мир стал вращаться вокруг нее. И принц подарил ей свою любовь. Так и этот парфюм создан для тех, кто привлекает к себе внимание всех своей чистотой, непосредственностью, любовью, искренностью, любовью к своей культуре, истории. Фаберлик Байрон Ахмадулина. Прекрасный парфюм для всех ценителей искусства. Я хочу этот вечер завершить на такой же сказочной ноте.